Добрый день! Представляю вам женские сапоги французского бренда Tandance. Верх модели сделан из натуральной кожи теленка. Это мягкий, прочный и эластичный материал. Он пропускает воздух, при этом защищает ноги от ветра и холода. Эластичные вставки из резинки сделают посадку удобной. Они будут растягиваться при каждом шаге. Молния позволит обуться быстро и без труда. Мысок в форме мягкого квадрата актуализирует силуэт пары. Голенище продублировано натуральной кожей. Стелька и часть подкладки выполнены из натурального овечьего меха. Они быстро впитывают и испаряют влагу, позволяя ногам дольше оставаться сухими. Мех согревает ваши ноги и поддерживает здоровый микроклимат в обуви. Подошва сделана из тунита, материала из резины с добавлением кожаного волокна. Прочный тунит не сотрется после длительного ношения, не боится влаги и прост в очистке. Резиновая деталь защитит подошву от истирания и продлит срок службы обуви. Пластиковый каблук высотой 8,3 см выполнен поднаборный. Пара подойдет женщинам невысокого и среднего роста. Носите эти сапоги в стиле casual с укороченными брюками, рубашкой, объемным свитером и длинным пальто, дополняя образ сумкой Messenger. Сочетайте их также с джинсами палаццо, трикотажным топом с длинными рукавами и объемным кашемировым пиджаком. Модель представлена в черном цвете. Наслаждайтесь качеством с вашими новыми сапогами Tandance.